За час до прилета у старого терминала Одесского аэропорта собираются турецкие болельщики. Это не только поклонники Фенербахче, но и других клубов. В Одессе фаны будут поддерживать сине-желтых единым фронтом. Не знаю сколько, но в Киеве 100 человек будет, здесь почти 200-300 человек будет. Но я думаю, больше 1000 человек 100% будет. У них этот матч очень важный, хотите, что хорошо начать. И у УЕФА хотели они хорошо начинать. И Зорья тоже хороший сейчас в футболе играет. Количество турецких болельщиков растет, и уже в аэропорту они начинают разогреваться. Фанаты встречают кричалками обычных пассажиров рейса из Стамбула. До прилета любимцев остается еще полчаса. Пока все внимание публики сосредоточено на турецких гостях, терминал спокойно покидают футболисты «Зари», чей самолет приземлился на 10 минут раньше стамбульского чартера. Тренер луганчан Юрий Вернидуб не удивлен такой поддержке Фенербахче. Во время фотосессии с болельщиком турецкого клуба Вернидуб с трудом не дает на себя надеть шарф команды противника. Ну, я их прекрасно понимаю, я знаю, что вообще болельщики Фенербахче считаются одни из таких самых лучших и самых рьяных. Кто даже где-то читал, что попали в книгу Гиннесса по шумовому эффекту на своем стадионе. Жду поддержки, что будет тоже достаточно много болельщиков, которые будут поддерживать нас и гнать нашу команду вперед. Когда в зале ожидания появляются лидеры Фенербахче Волкан Демирель, Азан Туфан и Симон Кьяер, фаны вновь затягивают свою песню. Вечером команды проведут тренировку на стадионе «Черноморец», а уже 15 сентября в 8 вечера откроют для себя групповой этап Лиги Европы сезона 2016-2017. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».